Ну здорово, бродяги, любители активного отдыха. Ну вот, друзья, к нам в Сибирь пришла настоящая полноценная зима. Выпал снег. Навалило, друзья, столько снега за ночь. Где-то сантиметров 25 выпало. Вот, отправился в однодневный поход. Пожечь костер, отдохнуть маленько от городской суеты. Вот. И полюбоваться зимними пейзажами нашей сибирской тайги. Поднимаюсь сейчас в гору. Такой вот в подъем иду. Иду, ребят, на свою любимую полянку. В общем, обустрою лагерь, разведу костер и приготовим что-нибудь с вами вкусненькое. Ну, в общем, все стандартно, все как вы любите. Как вы уже видите, друзья, у меня сегодня вот такая вот посылочка. Данная посылка пришла с Канады. Вот, вот написано все по-английски. В общем, я, друзья, уже знаю, что здесь. И сейчас мы с вами распечатаем, сделаем первую распаковочку. Ох, запечатали-то как. Сейчас, друзья, посмотрим, что тут нам прислали с Канады. Так, Онтарио, Канада, Северная Канада. Вот, авиапочты. Кило 385 грамм. Браттон Форд. Что-то я с английским не дружу, ребят, поэтому так маленько понимаю, но вижу, что вот Канада написано. Ладно, ребят, смотрим, что тут у нас в данной посылочке. Так. Это вот бумага, как раз костер будем разжигать. Вот тут еще одна коробочка. BTBQ. Вот такая вот, ребят, еще одна коробочка. Сейчас мы откроем. Здесь одна, ребят, очень-очень интересная просто вещица. Оба. Вот такая вот, ребят, коробочка. BBQ. Компакт. Понимаю, короче, слово из этих только компакт. Сталь. Вот. Производитель Онтарио, Канада. Вот, ребят,
Вот, сейчас посмотрим коробочку нашу. Так, нас тут встречает вот такая вот, ребят, решеточка складная. Это, друзья, решетка для костра, гриль. Гриль-решетка. Так, дальше поехали. Что у нас тут? Чехольчик BTBQ. И дальше у нас идет вот такая вот инструкция. Ну, инструкция, конечно, вся на английском языке. Вот видим, да, вот так вот можно, вот так уже нельзя, чтобы решетка в костре полыхала. Ну, сейчас, ребят, посмотрим дальше. И идет вот такой вот скребочек. Это, наверное, для чистки самой решеточки. Ладно, это сейчас мы уберем. Ну, давайте, друзья, рассмотрим саму решеточку. Вот такая вот, друзья. Ну, я бы не сказал, что она тяжелая. Она очень компактная. Вот, но она складная, как я понял. Данный гриль. Тут вот BTBQ. Маркировка. Ну, теперь посмотрим, как она, ребят, раскладывается. Вот. Вот такой вот компактный, ребят, гриль. Вот. Дальше тут идут, ребят, складные ножки. То есть, если мы не хотим, ребят, о, если углей у нас мало, допустим, мы можем вот на такой высоте ее поставить. Вот, на маленькой высоте. То есть можно что-нибудь запекать, там мясо жарить, овощи какие-то, еще что-то жарить. Ну, сегодня мы ее с вами потестируем, данную решеточку. Вот. Если высоты нам мало, то есть мы можем еще на одно колено добавить. Вот так вот это. Одна по часовой, другая против часовой стрелки. Вот, видим, да, ребят? Если нам этой высоты мало, ребят, мы можем еще одно колено добавить. То есть вот, три раза можем увеличить высоту. Вот так вот. Вот. И самая интересная фишка, что она еще раздвигается, ребят. Смотрим, да? Раз. О. Вот так вот, ребят. Можно котелочек какой-то поставить, там еще что-то либо. То есть это будет вот так вот, ребят, работать. Вот так вот. Тут вот угли. А тут уже можно и чайничек поставить. Кастрюльку. Если нам не нужна вся площадь, мы ее можем вот так вот сдвинуть. То есть и вот здесь вот можем что-то ставить, там котелочек, сковородочку, либо чайничек, либо еще что-то. Сейчас посмотрим, как это все работает. Ну, для кемпинга, для походников это просто, ребят, находочка будет. Вот, ставим, допустим, чайничек, тут какое-то миско ложим. Ну, сегодня мы это все посмотрим, как она будет работать. Вот. Вот так вот еще можно сюда вот, сюда еще что-то поставить. Вот. Такая вот нехитрая конструкция, ребят. Ну, сделана прям качественно. Вот, если надо сложить, все складывается довольно быстро. Вот так вот. Это, ребят, это вот просто удобная штучка такая. Вот, сложили так, потом в
себя, вот и все. Вот так вот мы ее очень быстренько сложили. А вот это вот, я так понимаю, когда мясо что-то либо жаришь, это потом вот так вот чистить данную решетку. Она вот как раз подходит в пазы, прям встает. Вот, вот пазы такие вырезанные. Она прям встает чистить данную решеточку. Ну, к ней идет вот такой вот чехольчик. Вот так вот. Раз. Раз. Все, ребят, вот такой вот компактный решеточка. Компактненькая. Чехольчик. То ли с кордуры, то ли с чего сделаны. Кордура какая-то, походу, расшитая. Ну вот. Сейчас будем тестировать, ребят. Разожжем костер, что-нибудь приготовим, какие-нибудь вкусняшки, пожарим. И заодно посмотрим, как она себя покажет, данная решеточка. Сейчас угли нажгем и будем, ребята, готовить наш гриль, вкусный, вкусняшку. На углях, на решеточке. Опа. Я, наверное, вот так вот разложу ее полностью, потому что у меня углей много будет. На все положения открою. Помидорки, два перчика, лучок. Так, еще что я с собой взял, ребята, тут маринованное мяско, у меня курочка есть. И также есть немножко пластиками свининки маринованной. Замариновал я в соусе майонезом, майонез, горчичный порошок, потом немножко чесночка. Вот, все это дело замариновал. И сейчас будем с вами выкладывать, ребят. Помидорки вот так вот разрежем. Положим сюда. Вот так вот. Также почистим перчик. Ох, снег валится.
Вот, уже угли почти готовы. Сейчас вот начищу лучок. Вот так вот. Все это разложим. Куриная, ребят, грудочка маринованная. Вот так вот. Дальше у нас есть еще мяско ластиками вот такими вот, свининку покладем. Ну, вот такой вот у нас будет сегодня обед и тест данной, друзья, решетки. Поставили на огонь, на угли. Вот. Сейчас она все будет, ребят, жариться. Прелесть, ребята. Вот так вот все это запекается у нас. Вкуснотища. Помидорки.
Но пришло время спробовать наше миско. Вот такое вот, ребят, получилось. Вкуснотища. Сейчас лучок попробуем, ребята. Печеный. С мяском. Приготовили мы нашу курочку. Гриль. Так вот это все выглядит, ребят. Видно, да, я думаю, вот. Ну, а сейчас мы остужаем нашу решеточку. Ну, чтоб очистить весь этот жир, все это остатки мяса. У нас в комплекте идет специальная вот такая вот, вот такой скребок, ребят. То есть вот видим, да? Вот так вот почистим ее. Весь этот нагар. Весь жир, остатки мяса. Ну вот, очистил данную решетку. Если где-то что-то не очистилось, можно очистить еще путем, ребят, складывания решетки. Вот. Ну а дома уже промыть ее. То есть вот так вот. Вот. Ну и складываем ее. Вот, складывается очень быстро и очень компактно, кстати. Вот. Вот такая вот, ребят, решеточка у нас есть теперь в нашем снаряжении. Ну что, ребят, на этом моя дневная вылазка в зимнюю сказку подошла к концу. Отправляюсь домой. Ладно, друзья, всем пока. Не скучайте, не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки и писать добрые комментарии. До скорых встреч, друзья. Увидимся в походе.